А перед просмотром данного видео я хочу всем вам посоветовать вот эти вот замечательные лекарства. Ринарус от насморка. Фервекс от температуры. От боли в горле. Максиколд. И фарингосепт. Фарингосепт. В своей жизни ты лучший эксперт. Блять, что-то как-то знобит, надо пиджак надеть. Мое имя Кон. Мое имя Маркус. Это наша история. Здравствуйте, подписчики. Здравствуйте, зрители. Здравствуй, Пашенди. Здравствуй, Димыч. С вами я, Кирилл. И я продолжаю прохождение Detroit Become Human. У нас уже юбилейная 10-я серия. Что же она нам покажет в этой серии, мы, собственно, узнаем. В прошлой серии мы в очередной раз гнались за девиантом, но из-за моей тупости, к сожалению, мы его не поймали. Я затупил под конец, когда он там бегал где-то близ крыши. Ну, где-то в каком-то парке он что-то там бежал. Я потерял его из вида. Потом, когда я видео пересматривал, я уже понял, что мог его не потерять, но потерял. Народ, прошу прощения, если буду кашлять, там насморк, голос там будет не такой. Я приболел, поэтому и все эти рекламировал лекарства, поэтому такие дела. В общем, за Маркусом мы наконец-то отыскали Иерихон. Иерихон — это не человек, это город такой для андроидов, для свободных андроидов. И мы должны узнать, что, собственно, будет дальше. Давайте продолжим. У нас катсцена. Ты как, ничего? Тут нам помогут. Скоро все это останется в прошлом. Мы на месте. Ну давайте заходим. Продолжили приключения за Кэру и Алису. В прошлой серии их не было, в этой серии мы продолжаем. Что же нам покажет их судьба? Давайте посмотрим. Попали в какой-то дом доисторического типа, по мне. И просто передвигаемся дальше. Ой, надеюсь, сегодня никаких косяков не произойдет. Ни с сюжетом, в принципе, ни со мной, ни с видео, ни с записью. Все, надеюсь, все будет хорошо. Так, значит, наша сейчас цель — просто исследовать, что это за дом. И, как говорила Кэра в самом начале, здесь нам должны помочь. Вот такие дела. Куда она идет? Кэра, ты куда пошла? Позвонить. Тут управление странное, капец. Не отвечает. Открывай, сука, Новый год. Вы Златко? А вы-то кто? Мне сказали, вы поможете. Не знаю, кто вам сказал. Вы тут не по адресу. Извините. Стойте. Нам очень нужна помощь. Кивнул так. Ну да ладно, да так уж и быть, впущу вас. Так и кивнул таким кивком, блин. Проходите, не стесняйтесь. Давайте. Как-то интересно, здесь у него все оформлено. Так, надо, наверное, погромче говорить, а то что-то
Может быть, не слышно меня. Правда, дом, как я был прав вначале, доисторический какой-то. Тут какое-то зеркало стоит. Спуск следует за Златку. Кто такой Златка? Мы тоже это узнаем. Неужели Златка это будущий хозяин Кэры? Я что-то в это как-то не хочу. Лютер, будь любезен, помоги дамам раздеться. Да. О, не пугайтесь этого большого парня. Лютер – андроид, которому я когда-то помог. Вместе нам веселее в этом мрачном старом доме. Так у него уже есть андроид, оказывается. Ебать, он гигант. Прошу вас, располагайтесь. А он гигант. Говорит, тебе повезло. Как вы обо мне узнали? Мы встретили андроида, он сказал, вы поможете. Ясно. Ты девиант? Признаться, рассказать. Она человек. Вам надо в безопасное место, где вы начнете новую жизнь. Слыхал, Канада очень хороша в это время года. Там чудная природа, такие просторы, чистый воздух и нет законов об андроидах. Он с каким-то сарказмом говорит. У него голос такой, как будто он с каким-то сарказмом реально все это произносит, такое чувство. Ну, слушайтесь просто. Идеальное место для новой жизни. Да, мы... Мы об этом и мечтали. Конечно. Кэра, готовься. У этого хозяина большой андроид. У этого большого андроида тоже очень большой. Ну да не суть. Потом узнаешь. Я вам помогу. Но сперва необходимо извлечь трекер. Трекер? Да. У всех андроидов внутри есть трекер, чтобы отслеживать их перемещение. Мы его извлечем, и вы вздохнете спокойно. Идемте. Прошу за мной. Надеюсь, он не лукавит. Как же я надеюсь, что он не амят. Девочка может пока подождать в гостиной? Нет, она везде со мной. И что он не лукавит, как же я на это надеюсь. Так, ну пойдем. Все, что нужно, у меня в подвале. Нам туда. Ну ладно, что уж. Двигаемся за ним, посмотрим. Надеюсь, он не а-ля тот. Потому что тот в свое время доставил немало. Мне не нравится этот хлопот. Дом. И он тоже. Я боюсь, давай уйдем. Он немного странный. Но доверять ему можно. Кто его, блядь, знает? В общем, нет. Кто его знает? Ты с ним две секунды уже. Извините за беспорядок. Мне нужно было укромное местечко для работы. Удаление трекеров противозаконно, так что комфортом пришлось, конечно, пожертвовать. Надеюсь, девочка не испугается? Нет. Нет, все нормально. Блин, я думал, катсцена. Это катсцена геймплея. Путаю постоянно. Путаю, где катсцена, где геймплей. Сюда, пожалуйста. Что такое? Стоп. А, мы не можем, у нас этот здоровяк закрыл нам путь. Ну и что ты нам дашь? Это что за... Ты не могла бы встать сюда? Лаборатория, что ли, какая-то, или что это такое? Подвал с лабораторией. Может, как-то можно не вставать? Блять. Ну давай. А, встать. Должен предупредить, это может быть неприятно. Что ж, может быть неприятнее кто-то там.
Кэра, держись. Ты знаешь, что странно? По каким-то непонятным причинам трекеры у девиантов просто перестают работать. Потому их так сложно найти. Так что на самом деле удалять трекер нет необходимости. Что? Ну, вы сказали. Да, да. Люди легко верят в желаемое. А вы, девианты, и вовсе наивны. Пиздец, что ты затеял? Мне в твердой уверенности, что я помогу. Что ты затеял, мужлан? Перезагружаю и продаю. Или оставляю себе для экспериментов. Нет! Ты охуел! Не надо перезагрузки! Отпусти, бля! Я же забыл об этом ребенке. Запри ее. Я потом разберусь. Ты охуел, блядь! Алиса, нет! Иди нахуй отсюда. Отпусти, бля. Девиант хочет быть мамочкой. Это так мило. И такой. Ты охуел. Быстро, пора, я тебе сказал. Тебя от страданий. Быстро отпусти. Сука. Сейчас пизды вставлю. Хорош. Дрочер, блядь. Ай, что делать-то надо? Сброс 1%, 2%. А что делать-то надо? Надо искать какие-то искать штуки, чтобы освободиться. Вот просто... к чему приводят мечты. Надо просто все эта осмотреть. Дорога всегда одна. В яму разочарования. Поверь мне, будет лучше стереть из твоей головы эту глупость. 8%. Не будет боли. А что делать-то надо? Не будет разбитых надежд. Можно позавидовать. О, бедная ты малышка. Охуевший. Походу, мамочка позабыла, кто ты такая. Охуевший мужлан. Ты впервые видит. Кэра, что он с тобой сделал? Он долбоёб. Скотина. Что делать, блядь? Все подряд, что нажимать, я не знаю, что делать. Ну, я тебя поучу, манера маленькая дрянь. Ах ты, сука, тот. Тот два, блядь. Тот два, сука. Так что делать? Приходи, ну, в гостиную. Что он сказал? Найти способ сбежать. Целепроцент. Вызвать короткое замыкание. Как это сделать? Как это сделать-то? Найти способ сбежать. Как это сделать? 60%. А, синий провод. Быстрее, пока не стало слишком поздно. Не переигрывать же нельзя. Не переигрывать нельзя же. 85%. Ну, вызвать короткое замыкание. Д. Пиздец, повезло. Охуевший тип, я тебя найду, тебя, блядь, понаваляю как следует, сука. Я еле освободился, еле понял еще как это сделать. А то, блядь, капец. Переигрывать-то нельзя, Пашенди меня бы убил. Ну, конечно, я думаю, что Кэра тоже бы воскресла, у нее была бы двойная копия, как в случае с Конором, например. Но, блин, все равно как-то не хочется проигрывать. Правда, не хочется проигрывать. Итак, блин, какой-то дурачок. А-ля Тодда, блин. Начинается у него. Идем, Алиса. Надо Алису найти. Что это? Что это за шифр? Так, значит, нужно найти Алису. Да и что ты? Ах ты,
Что делать? Кто это? Открыть клетку. И кто же это? Он стер ей память. Нет. Этого не может быть. Вот команду набираем. Ты должна вспомнить. Там с каким-то мужланом. Он любит с нами играть. Создавать монстров. Просто для забавы. Но кто настоящий монстр? Посмотри, что он сделал. Капец, блин. Насильник. Тандроид еще ответит, то, что посоветовал какого-то дурачка, блин. Посоветовал, блин. Ты должна вспомнить, кто ты. Или маленькая погибнет. Подожди, я так что-то я не понимаю, мы вообще выбрались или мы все-таки. Или нам все-таки стерли память? Я вообще вот это вот я не понимаю. Вроде все синим мигало. Что-то я так и не понял, что вообще происходит. Ух, походу, этот, блин, мужлан заточил многих андроидов. Тот отдыхает, реально тот отдыхает по сравнению с этим мужланом. Это факт. Он тут заточил столько андроидов, что просто мне и не снилось. Капец, просто капец. И что теперь делать, непонятно. Как его убить, как что, с чего он боится. Да и давай-то уже. О. Так все-таки у нее стерли память, но все-таки я не освободился, получается. Что-то я не пойму. Я не пойму, реально, народ. Я освободился вообще или нет? Ну тут-то ничего нету. Просто книги и все. Просто полка с книгами. А что нам конкретно нужно, непонятно. Открыть. Так, может еще рано? Ну, кстати, его здесь нет. Давайте что ли осмотрим дом? В принципе, осмотрим. А, пройти в гостиную. А здесь что? Ой, блин. Пройти в гостиную. А нам дают шанс убежать. Открыть. А, бля! Ой, я прошу прощения. Закрыто, видимо. Ну да, закрыто получается. А, ну вот, собственно, и гостиная. Что еще нужно? Ужин хозяина готов. Отнеси ему. Да, Лютер. Так все-таки мы не освободились, наверное. Скорее всего, да, скорее всего, мы не освободились. Я чуть-чуть не успел, наверное, по таймингу освободиться. Скорее всего, да. Теперь еще этому скотине подчиняться. Ну, вот то да еще мало, теперь этому скотине еще подчиняться. Да что ж такое? Что творится в этой жизни-то? Печаль, беда. Иными словами не скажешь. Ну, хотя бы Конор жив. То хорошо, то радует. Ну, как я уже говорил, уже, наверное, ранее, и скажу еще раз, мне больше нравится игра за Конора. Ну, не знаю почему, но за него просто приятнее, как-то интереснее играть. Ну, кому-то, может, за Маркуса больше нравится, кому-то за Кэру. Мне лично за Конора больше нравится. Златку, блин. Поставь это вон туда, на стол. Может, она притворяется? Может, она не потеряла память? Может, она специально так притворяется, чтобы потом отомстить? Убери эту душу. Свали там, за дверь. Давай, сказав, ни слова, тварь! Спутывай с каким-то недоноском бухгалтером, шлюха! О-о-о! Ты меня слышишь? Да, Златко.
Капец, вспомнил он Тодда. Ну конечно, как его только с Тоддом только и можно ассоциировать. Он тут опыты над андроидами производит, он скотина. Лютер! Да, Златкая. Мне тут еще минут 10 осталось. Потом гляну, на что мелкое сгодится. Ну, проходи. Я понял, Златкая. Приведу девочку через 10 минут. Осталось время 9 минут. И куда ее ставить-то надо? Отнести тело за дверь. Ну вот, нести тело за дверь, вот я и выхожу. А, может сюда надо идти? Точно. Куда-то сюда. Кто это ползет? Поставить. Капец. Вот это он издевается, конечно. Вот это он издевается. Жуть просто. Просто жуть. Ра 9. По-моему, этот код мы видели, когда играли за Конора. Когда девианта искали. Ра 9. Точно. Код мы видели. Так, давайте смотрим повнимательнее эту комнату. Может, тут мы найдем Алис. Ой, то есть, ну, какие-то вещи важные. Нам даже дают открыть еще дверь. Да, блин. Замутил, конечно, этот Златку с особняк. Ой, блин, капец. Теперь еще думать, гадать, как из него выбраться, спасти Алису. Еще вернуть память. Вот тебе андроид нас подставил, блин, с тем Златка, блин. Я его найду, блин, я его. Что ты тут делаешь? Хозяин разрешил тебе быть здесь? Надо всегда повиноваться. О да, надо всегда. А кто его спрашивал? Тебе сюда хозяин нельзя. Нечего тебе тут делать. Нет, нечего тут делать. Он только я хозяин своей руки. Больше ничего. Надо повиноваться. Тебе сюда нельзя. Лежи, блядь, заткнись. Какой-то Гарри Поттер, что ли? Что это за игра-то? То вчера играли за Маркуса, напоминало принц Перси какой-то там. Сейчас Гарри Поттера напоминает, блин. В плане особняка. Столько дверей, а непонятно. Нам поставили таймер. Поставили таймер, что нам осталось 10 минут. Нам нужно найти Алису. Вон, написано у нас же. А у нее. Она. У нее не появляется. А, вот появляется. Вспомнить. Нужно, короче, все вспомнить. Осталось минут 7, наверное, 6 даже. Так, давайте посмотрим, что можно сделать. А вот осталось 7 минут. Мы выйдем сюда. Не знаю, успеем ли мы или не успеем. Но, как я понимаю, нам нужно найти Алису. И нельзя медлить, иначе этот Златка из нас сделает суп, если мягко сказать. Еще какая-то новая комната. Так где же Алиса-то? Посмотреть. Элис. Алиса. Ну, неплохо, чё. Файл я читать сразу говорю не буду, потому что время мало осталось. И что же нам это дает? Ну...
Потрясенные жители Детройта этим утром стали свидетелями очень странного происшествия. По словам нескольких очевидцев, молодая женщина и маленькая девочка по неизвестным причинам пытались скрыться от полиции. Ой-ой-ой. Единственную попытку пересечь скоростную автомагистраль. Удалось ли им выжить, пока, увы, никто... Она вспомнила. Более того, вы не под... Она вспомнила, ебать. Так повезло. Давайте, давайте искать дальше. Нам теперь нужно ее найти. Только, Кэр, я надеюсь, ты догадаешься, что нужно делать вид, что ты не вспомнил ничего. Пока что, по крайней мере. Я на это очень надеюсь. Осталось 5 минут. Вот и Алиса. Мы смогли найти ее. Кэра! Кэра, ты меня вспомнила! Разве я могу забыть? Прости меня. Ты была права, зря мы сюда пришли. Надо спасаться. Иди за мной только тихо, ладно? Да, Кэра приняла роль матери. И не зря. Теперь Алиса считает ее как маму, по сути. Даже несмотря на то, что она робот. Лютер! Да, сладкая. Я закончил. Тащи сюда мелкую. Слушаю, сладкая. Как нам пройти-то секретно? Может, через другую комнату лучше пройти? А может, в шкаф лучше спать? Давай-ка лучше в шкаф спрячемся, это будет удобно. Златко! Девочка сбежала! Не могла же она исчезнуть! Но прячется где-то! Да, блядь, не выходи! Ищи давай! Да не выходи! Давайте, визимся! Первое, что пришло в голову. Бля! Бля! Сука, еще и тормоза, ебаный бро. Только их еще не хватало. И что это? Вопрос. Ты отвисать-то будешь? Ну что это такое? Отвисни. Пиздец какой-то, что это такое, народ, что это? Это конец Кэры, что ли, или что это такое? Пиздец. Так, народ, ну чё, можете меня поздравить, игра просто зависла. Она не вылетела, она просто зависла. Не знаю, первый раз такое, обычно она просто могла вылететь, если ее не запустить от имени администратора. Я ее запустил. А ты мне администратор, ну просто, блядь, зависла. Но это дало мне преимущество. Какое преимущество это мне дало? То, что в правой стороне стоит этот Златко, в правой стороне. А в левой стороне его быть вроде бы не должно, поэтому я побежал в левую сторону. Надеюсь, ничего, никакой печали, беды, никакой хуйни сейчас не произойдет с игрой, я на это надеюсь. Просто двигаемся дальше. Блядь! Что делать-то? Что делать-то надо? Блядь! Не успел! Беги! Беги, блядь! Если мы будем редко попадать в куты, то, скорее всего, нас выиграют. Блядь, ты что за... Я нажал, блядь, налево! Нажал я! Я нажал! Какой смысл бегать? Все равно не убежишь! Ну, нажал, блядь! Я нажал! Что за хуйня? Готовимся, нажимаем все кнопки подряд. Успел! Успел, бля! Успел! Ты сука! Да успел я, бля! Да вот они! Да
пидорас ебаный. Успел! Я успел, блядь, успел! Ебанутые куты, блядь. У них реакция, блядь, ноль просто. Я нажимаю кнопки, они не реагируют. Давай. Дай пойдем. Сука, я нажал, блядь, вниз. Я нажал, нахуй, вниз. Какого хуя ты со мной бегаешь? Я вниз, блядь, нажал. Успел, блядь. Тиран, блядь, два, резиденты его, нахуй, отдыхают. Алиса! Беги, бегите, беги. Вы съебывайте быстрее. Я тебя не брошу. Беги как можно быстрее. Съебывайте быстрее. Блядь. Я предупреждал. Мечты всегда ведут в яму. А ты не послушала. Пиздец, иди нахуй. Не! Ты что делаешь-то? А ну пошел прочь. Нет. Теперь нет. Я сказал, что девиант, пока я в тебя дыру не проделал. Нормас, все, заебись. Ты смеешь? Уж он девиант уже. Как ты смеешь? Хера, сделай его свободным. Че за резидент? Вас кто выпустил? Че, блядь, за резидент? Не трожьте меня! Не трожьте меня! Я ваш хозяин! В трусах ты своих хозяин, блядь. Идиот. Скотина, блядь, взял. Чуть не убил нас. Вовремя мою девиантом мы сделали, то есть испорченным андроидом. Он нас спас, он молодец, блядь. Тиран молодец. Я не хотел этого. Моя программа была подчиняться. Но увидел, как девочка рискует, спасая тебя. И у меня как будто впервые глаза открылись. Я наконец прозрел. Понимаю, у вас нет никаких оснований мне доверять. Но я знаю, кто переправит вас через границу. Я вас отведу. Буду защищать вас. Тебя и девочку. Ладно. Я тебе верю. Вот это нам повезло, конечно, сейчас. Вот это повезло, вот это везуха. Я так боялась тебя потерять. Тут половина кутов не нажималась. Половина, сука, кутов. Написано, нажмите влево, нажимаю влево. Нажмите вправо, нажимаю вправо. Нихуя не срабатывает. Каких херов, я вообще не понимаю. Все нажимаю четко, быстро, и не срабатывает кут. Я вообще не понимаю, в чем проблема, блядь. Лютер присоединился к Кэрри и Алисе. Ну, скорее всего, да, это, скорее всего, хорошая концовка. То есть, плохая концовка, это если бы мы хуёво, еще хуёвее нажимали бы все куты, скорее всего, нас тупо бы, ну, этот, Златку бы догнал бы, расстрелял бы и всех бы и убил. Так что, нам повезло. Мы спаслись сами, вспомнили. Все, спасли Алису и этого тирана. Ну, то есть не тирана, уже этого андроида переманили на свою сторону. Сделали его неким девиантом. Это прямо хорошо, это радует. Так, сейчас я гляну, сколько там времени. Так, ну только 36 минут. Так, но учитывая, что... Как бы там все остальное, мы записываем уже дольше. Ладно, поиграем еще немного. Конор? О, он опять в этой вселенной андроидов. Ничего себе. Народ, честно, я не знаю, почему у меня игра зависла вообще в принципе. То ли частота подбилась проца. То ли не знаю, скорее всего, частота проца подбилась просто, наверное, из-за этого такая хуйня. Надеюсь, больше такого не будет. Вот. Но я вырежу всю хуйню, чтобы вам было комфортно смотреть. Поэтому можете не переживать. А мы сейчас за Конора куда-то, собственно, идем.
А, снова говорит с Амандой. Это чернокожий. Чернокожей бабкой, как ее там зовут. Или мамкой. А вон она стоит. Давайте, давайте. Стоп, 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 стоп. Если мы оказались здесь за Коннора, получается его в прошлый... Потому что в прошлый раз он вроде остался жив. Почему мы снова играем за нового Коннора? Это же не новый Коннор, это же старый Коннор. Второй, то есть, а не третий, я надеюсь. Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Не надо. Ты что-нибудь выяснил? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. А еще? Ему очень нравились птицы. Иногда девиантов интересуют другие формы жизни. Насекомые, кошки. Но такого я не видел. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Лоханулся, лоханулся, мать. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Более-менее. Туманно, позитивно. Уже лучше. Я начинаю понимать его, а он понемногу привыкает ко мне. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется, скоро информация... Нет, это тот самый Коннор. Можно не волноваться. Это не новый Коннор, еще третий. Это второй пока. Все норм. Информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Да без проблем, мать. У меня, кстати, точно такой же зонтик дома. Он лежит в сумке. Яндекс Елды. Постоянно беру его с собой, мало ли пойдет дождь. Поэтому и Коннор тоже правильно сделал. Новая катсцена. Это, скорее всего, Маркус. Нет, это Коннор. Я думал, то, что за Маркусом играет. Хэнк накал. Увидится с лейтенантом Андерсоном. Так, все, вот у нас сохранение. Все, еще одно сохранение, и все, и мы заканчиваем. Вот уже времени много прошло. Стучать. Открывай, сука, Новый год! Андерсон! Открывай, Новый год! Вы дома? Куда так трезвонишь, соседи придут? В жопу еще давай встань, да. Действительно, так лучше. И что делать? Он что, нас игнорит? Или может дома нет? В такую ночь странно, он не дома, серьезно. Да, графончик, конечно, роскошный, народ. Это игры, в принципе. Радостно то, что ее портировали на ПК. Вот что радостно. Она же была, по-моему, эксклюзивом для PlayStation. А ее портировали на компьютер. Прям вот это прям реально радует. Если бы еще портировали бы еще Uncharted, Last of Us, вот это было вообще здорово. Но, к сожалению, мечтать не вредно. Не, если бы реально портировали бы Uncharted и Last of Us, я бы в Steam бы купил бы, здорово было. Вообще, это реально серия офигенная от Sony. Но Sony на то и Sony, что у них все на Sony PlayStation. Так, давайте обойдем дом просто со стороны, посмотрим, может там
через какое-то окно будет его видно или что-то еще. Вот, давайте как вот здесь посмотрим. А свет-то горит. Еба! Чего, блядь? Лейтенант Андерсон! Ну-ка, давай разобьем. Прыгай! Тихо, пес. Я тебя не трону. Пришел спасти хозяин. Ебать. Покорми его просто, да и все. Чем-нибудь там, бутерброды какие-нибудь. Короче, пока не до этого, нужно будет выяснить. Ебать, у него собака, конечно. Что с ним случилось-то? Ебать, только не видишь, что он умер? Хэнк прикольный на самом деле, черт. Он хоть и к Коннору не особо так относился нормально. Орал там чаще всего. Ну, блядь, ну не знаю, что там такое есть прикольное в этом Хэнке. Так, ну что дальше-то? И чё? 2-4 улики. А, вот. Чё? Следы алкоголя. А, просто, может, выпил, наверное. Может, выпил с горя, что там того девианта не догнали. С горя выпил, наверное, и поэтому без сознания просто. Ну, то есть не без сознания, просто спит. Сердце легкое аритмия, травмы. Блять, заебись, он жив. Лейтенант. Я уже обосрался, честно, народ. Эй, очнитесь! Вставай, сука! Подъем! Подъем, блядь, в армии, нахуй! Диман знает. Это я, Коннор! Прислан из Киберлайф, помощь расследованию. Ты чё, забыл? Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер! Ебать! Извинения, вы мне нужны. Ебать! Ебать, это такой же пиздец. Я угораю, но не просто. Заранее благодарю за сотрудничество. Завали ты нахер отсюда! Вы мне нахер это говорите. Слышь, блядь, мы тебя спасаем, а ты, блядь, так это самое, Коннор. Не наглей, блядь, а то я тебя отнесу в список самых хуёвых персонажей этой игры. Сама? Фаст? Спасибо! Иди он просто в комнату, не знаю. Положи его на кровать, что ли. Сейчас, блин. Хорош! Вот туалет. Иди его, посри, да, там, не знаю. Отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Пойдешь, блядь. Хорош, блядь. Ты что затеял-то, а? Хуйней занимаешься. Садись. О, нет, смотри. Нет, я не хочу купаться. Спасибо. Купайся, вот садись. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! Сразу протрезвел. Заебись. Вот. Палец вверх. А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, где лучше напиться, в баре или дома? В мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? Вы бы отказались от дела. Вам назначат замену, а я займусь своей задачей. А тебя ничего не парит, кроме твоей задачи, да? Вот что, лейтенант, вы не в себе. Вам нужно... Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я понял. Искренне надеюсь, что вы разберетесь с личными проблемами. Все там известно. Про это убийство. В секс-клубе в центре города убили клиента. Предполагают, что может быть замешан андроид.
Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. О, блядь, Хэнк, блядь. Напился, напиздился, блядь, сидит, блядь, дурак. Не стыдно вообще. Хотя, что, собственно, стыдиться? Он с работы приехал, выпил. Что ему стыдиться, собственно, имеет полное право. Что хотите надеть? Да похрен. Одежду, наверное. Полосатая, в разводах. Полосатая. Давайте придерживаться. Он, типа, сегодня пьяный, давайте, типа, в разводах у него будет. Ну, типа, он ёбнулся, там куда-то упал, вот, и такая у него одежда, или в разводах стала. Все в порядке? Тебя проблюется сейчас. Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Так, все, сохранение прошло. Так, все, народ. На этом, думаю, уже на этой ноте с блевотиной Хэнком можно, думаю, закончить. Ну что же, серия была довольно интригующая, довольно интересная, довольно увлекательная, как по моему мнению. Надеюсь, вам она тоже понравилась. Но на то это и 10-я юбилейная, мать твою, серия, что она должна быть какой-то такой вот интрижкой, так скажем. Ну, собственно, все было интересно. Но в этой серии не было уже Маркуса, да. В этой серии были только Кэра с Алисой и Коннор. Ну, интересный момент. Собственно, с Кэрой и Алисой вообще было прям очень интересно, как мы освободились в... Вспомнили все, освободили Алису, подчинили, ну, в смысле, сделали девиантом того андроида этого, забыл, как его зовут. В общем, ну, этого, который дебил вот этот был в начале серии. В общем, Златоуста, вот. И выжили, это прям радует. Ну, и за Коннора пока только начало приключений. Надеюсь, Хэнк реально не поедет в таком нетрезвом состоянии, я очень это надеюсь, иначе произойдет пиздец. А так понятно, собственно, понятно, что вот эти вот ругательства, вот эти придирки к Коннору, это все любовь к нему, это как бы понятно. Он на самом деле, он его, ну, в какой-то степени все-таки уважает. Какие-то проценты, но уважает все равно Коннора, этот Хэнк. Просто, ну, ему нужно выговариваться, таков его характер. Люди с таким характером так всегда делают. Ну что же, не будем разглагольствовать, это была 10-я юбилейная серия «Detroit Become Human». Андроид становится человеком. С вами был я, Кирилл. Ой, я уже приболел. Надеюсь, выздоровею, все нормально будет. Я желаю вам всем успехов, всем удачи, всем пока. А у меня даже язык желтый из-за фарингосепта, блядь. Увидимся, друзья, в следующей серии.